Круглый стол. Камчатский край к реализации потенциала, организованный правительством края и корпорацией развития Камчатки, собрал представителей бизнеса, власти региона и органов местного самоуправления, а также группу федеральных экспертов, специально прибывших на полуостров для участия в мероприятии. Модератором круглого стола выступил генеральный директор корпорации развития Камчатки Николай Пегин. Участники дискуссии обсудили итоги рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов, который формирует агентство стратегических инициатив. На круглом столе определили направления социально-экономического развития края и доминантные векторы дальнейшего совершенствования инвестиционной политики. Обсуждались также и другие вопросы регионального развития. В регионе существует специальный исследовательский инструмент, он называется рейтинг инвестиционного климата российских регионов. Уже 5 лет каждый год идут замеры. Вот, цель – понять, в каком из регионов Российской Федерации лучше обстоят условия для ведения бизнеса и для привлечения инвестиций. Результаты за последний год очень позитивные для Камчатки. Соответственно, будем сегодня разбирать направления, благодаря которым удалось продвинуться вперед, причем очень здорово, практически в 2 раза. Вот. И будем анализировать те направления, где есть еще, так сказать, зона роста. Наш Центр развития региональной политики подготовил в прошлом году первый рейтинг потенциалов регионов Российской Федерации. Я очень рад, что мы его презентовали здесь, на Дальнем Востоке, в Камчатском крае. И мне очень радостно от того, что мы первыми предугадали рост Камчатки, потому что мы поставили на первое место как регион с наибольшим потенциалом. И спустя буквально полгода наши данные подтвердились. Например, АСИ, агентство стратегических инвестиций, тоже присвоило Камчатке достаточно высокое место в этом году, подняв его на 38 пунктов, и Камчатка действительно оказалась теперь в пока еще не 30-ке лидирующих регионов, но уже приблизилась к этому, и действительно благодаря тому, что потенциал начинает раскрываться. На совещании отметили, что в регионе проводится необходимая работа по дальнейшему улучшению инвестиционного климата Камчатки. Сегодня у нас есть 7 основных узких мест, по которым необходимо улучшать инвестиционный климат Камчатского края. Какие это места? Это регистрация предприятий, это лицензирование отдельных видов деятельности, это кадастровый учет, это создание инфраструктуры, необходимой для бизнеса, это транспортная инфраструктура и, соответственно, телекоммуникационная. Эти направления, по которым нам предстоит работать в течение этого года. Та невероятная красота, которая здесь присутствует и которой, наверное, не найти нигде больше, она заслуживает того, чтобы развивалась инфраструктура, чтобы появлялись дороги, чтобы появлялись современные отели, предприятия, чтобы сюда приезжали люди. Потому что то, что здесь можно увидеть, не увидишь больше нигде. Ни в знаменитом и раскрученном Иллустонском заповеднике, ни в знаменитых и раскрученных туристических местах. Поэтому вот кластер туризма, кластер развития экономики, кластер развития самых различных промышленных проектов, они приведут к тому, что будет расти и благосостояние людей, которые живут на Камчатке. Главной целью круглого стола, как уже говорилось, являлось подведение итогов рейтинга агентства стратегических инициатив, в котором край, преодолев более 50 ступеней, поднялся на высокое 32-е место. Сегодня мы как никогда замечаем, что интересует власть та информация, которая идет непосредственно от бизнеса. Это и анкетирование, это и те вопросы, которые поступают со стороны бизнеса. Для того, чтобы собирать эту информацию, чтобы грамотно ее анализировать, структурировать, для этого необходима, конечно же, помощь специалистов, лучших специалистов в нашей стране, которыми являются те гости, в том числе сегодняшнего мероприятия, которые в очередной раз приехали на Камчатку. Потому что сегодня мы понимаем, что полную картину без обратной связи от бизнеса нельзя увидеть, нельзя получить, нельзя построить правильную работу, не опираясь на взгляд и того ощущение, как бизнес себя чувствует в регионе. Отметим, что национальный рейтинг – это совместный проект ведущих деловых ассоциаций Российской Федерации и агентства стратегических инициатив. Он направлен на улучшение бизнес-климата в регионах России, имея целью привлечения инвестиций в экономику субъектов Федерации.